Ой, Китти нашла котенка. И крокодил тоже. Все в порядке! Мы спасем вас! Давайте поиграем в мячик! Китти, я здесь! О, моя бедняжка! Я здесь! Держись! Я рядом! Мяу-лассо! Веди котенка сюда! Аккуратно. Вот так. Молодец. Ты сможешь. Давай. Да. Еще чуть-чуть. Да. Получилось. Прости, что не обращала на тебя внимания. Но ревновать не стоило. Ты всегда будешь лучшей для меня. Молодец, Китти. А? Что такое? Эмма, похоже, мама гепард ищет своих малышей. Вот она, бежит! Да! Миссия выполнена! Вернемся в патроллер! Молодцы! Котята такие славные! Да, они очень милые! Но моя любимая Китти гораздо милее! О, глупая кошка! Игры кончились, принцесса Пэтсвайпер! Точно! Отпусти ржавую кошку! Вам ее не найти! Стой! Где ты ее спрятала? Там, где ее никто не найдет! Моя кошка! Я спрятала ее здесь! Пит! Пит! Надо опередить их! Пит! Живо сюда! О, да, ваше высочество! Кто-то похитил мою похищенную кошку! Найди ее! Да, сию минуту! Ее украла обезьяна? Переведи папе в режим полета. Петроникс? Масмос! Кажется, обезьяна хочет поиграть. Ясно. Ладно, папе, сыграю в мяч. Активировать Петроникс-пушку. Справились. Что ж, пора домой. Это еще не конец. Слишком поздно, принцесса. Кошка на свободе. И вернулась в свой родной лес. Нет, мартышка, он мой. Верни его. Не
непослушное создание. Ой! Нет! Плохая мартышка! Пит, сделай что-нибудь! Конечно, принцесса, сию минуту! Мы спасли животное! Миссия выполнена! Благодаря Китти! И благодаря папе! Коты и собаки – особенные существа! Видите, обмен питомцами помог вам! Да, но черепахи все равно лучше! Да, Шелли? Кто хорошая черепаха? Ты! Да, ты! Шарик? Мы уже близко! Попытаемся взять след медведя! Катасканер? О, медвежьи следы! Туда! Стой! Папе взял след! Кого-то нашел, папе! О, нет! Кажется, в пакете какой-то зверек! Ой, маленький хорек! Не беспокойся, он тоже тебя испугался! Кто-то мусорит в джунглях! Вот ужас! Мусор может навредить животным! Вижу розовую глазурь! Возможно, это один и тот же злодей? О, что такое? Что? К бедному хамелеону привязали шарик? Нет, 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 нет! Ну вот, так-то лучше. Да! Ура! Кажется, причина найдена. Лучшее место на свете. Рад, что вам нравится. Чудесный день. Что скажешь, попугай? Ты сделай что-нибудь! Эти птицы хотят испортить мне пикник! Как скажете, ваше высочество! Вуаля! Нет! Ты что, не мог достать еду, которую я люблю? Я захватил медовые булочки с вашей любимой розовой глазурью! Принцесса Пэт Свайпер! Надо было догадаться, кто стоит за розовой глазурью! Внимание! Видим медведя! Он идет к вам! Вот как его лапа застряла в банке! Пэт Свайпер оставляет мусор повсюду. Ладно, я займусь медведем, а ты поговори с принцессой. И помни, в своем семействе они маленькие, но на самом деле большие. Не бойся, мы с Полли спешим на помощь. Отлично! Спешим на помощь! Готово? Петроникс Максмор! Ой, осторожно, Полли. Я иду к нему, Эмма. Готовься. Ладно, Джия. Супер пианофон! Ладно, Китти, аккуратно. Вперед, гибкая лента! Нежно! Есть! Ты спасен! Верните мне мою медведицу! Все не так просто. Она двигается, а клетка скользкая. Ну уже, Китти! Не с места, капкан! Ха-ха-ха-ха! Думаешь, сможешь остановить меня? Ха! Да кто угодно сможет! Удержи! А ну-ка, повтори! Да кто угодно сможет! Травата! Опять! Ой! Соберись! Попробуй еще! Травата! Давай, босс, ты сможешь! Ой! Яд! Это замораживатель, а не когти-точка!
мелюзга. Молодец! Ау, капканчик! Попробуй заморозь! Ты даже снеговика не заморозишь! О, да? Сейчас посмотрим! Надо сменить настройку! Вот, не шевелись! Есть! А? Вы перевели его в режим разморозки, подлый Петроникс! Но медведицу вам не вернуть! Она уплывает! О, нет, Пэт! Капкан прав! Что нам делать? Плыть нельзя! Слишком холодно! Но можно лететь! Активировать крылья, папе! Готов, папе! Активировать тросы! Не смог заморозить? Значит, просто схвачу тебя! В следующий раз! Берегись айсбергов! Белые медведи кажутся милыми, но они еще и свирепые. Да, похоже, что капкан здесь еще долго не появится. Животное спасено! Миссия выполнена! Мэтт, прости! Вот уж не думала, что моя неготовность окажется... Вопиющей, лютой, ледяной. Вроде того. Я понимаю. Ты так сильно любишь медведей, вот и поспешила помочь. Вы молодцы. Но давайте вернемся домой. Бррр, очень хочется горячего какао. Этот злодей еще не знает, с кем связался. Эмма, постой! Босс, команда Петроникс. Ну так лови их. Класс. О, что это было? А ну-ка, дай-ка мне. Нет, мой черед. Нет, мой. Осторожно, это не игрушка. А ну перестань. Сам перестань. Сейчас я покажу вам, как это делается. Ребята, нет! Сюда и сюда. Что случилось? О, нет! Капкан поймал их! Сначала горилла, а теперь друзья? Я ему покажу! Что? Ты права. Сначала разведка. Катасканер! Тут повсюду камеры капкана. Задача не из легких. Тим, есть идеи, как их спасти? Я думаю. Вот, планшет. Он нужен для отключения силовых барьеров. Но он в руках у злобного капкана. Давай попробуем отвлечь его, чтобы он не заметил Эмму. Смотрите, каково я поймал. Эти робозверушки украсят мой зоопарк. Как тебе не стыдно пугать маленькую собачку? Да, с гориллой ты вел себя по-другому. Ах, вы дерзкие детишки. Я докажу, что вы не правы. Примат, ты тоже знаешь, кто здесь босс, не так ли? Да, босс. Твой черед, Эмма. Вперед, мяу-ласо! Уже не сейчас! Спокойно, Эмма! Капкан тебя увидит! Нет, я в ярости! Ай!
А ну верни планшет, девчонка! Ой, закрывайте! Нет, отпустите! Пора улетать! Ура! Надо остановить их! Простите! Я так рассердилась, что забыла про задание! Ты все еще сердишься, Эмма. Может, попробуешь досчитать до пяти? Лично мне всегда помогает. Раз, два, три, четыре, пять. Спасибо. Ты прав. Нельзя терять самообладание. Да. Вспомни, как все время сердится капкан. Точно. Вот бы воспользоваться его плохим настроением и спасти гориллу. Надо попробовать. Кажется, я придумала. Надо всего лишь засветить его. Ладно, приступим.